Привет, красоточки! Сегодня у нас тренировка со скакалочкой и с гантельками на ручке. Тренер ваш сегодня – это таймер. Сначала вы берете таймер, ставите его на 5 минут и прыгаете на скакалочке. Вариантов прыжков есть очень-очень много. Вы вспоминаете свое детство, игру в десяточку и прыгаете на двух ногах. Вот, например. Поочередно, скрестно, на одной ножке, на другой. Прыжки в обратную сторону. Проходит 5 минут. Вы берете гантели либо бутылочки с водой и делаете упражнение на руки. Разводку в сторону. Соединяем перед собой. В сторону опускайте вниз. В сторону перед собой. В сторону вниз. Так повторяйте 20 раз. Опускайте гантельки и снова берете скакалочку. Прыгаете 5 минут. Берете гантельки. Делаете упражнение наоборот. Сначала поднимаете ручки вперед, потом в сторону, вперед, вниз. Повторяйте 20 раз. И заканчивайте тренировку снова скакалочкой 5 минут.